уже нанесла туда очень тонким слоем пудровую текстуру, я уже теперь не боюсь там возюкать посильнее, да, я уже ничего не сотру. То есть у меня все подфиксировалось немножко. Поэтому я достаточно плотно наношу. Вот. Видно? Да. Вот. И могу вот так делать. Смотрите, классно, как получается, да? То есть разными кистями, разными движениями вы наносите один и тот же продукт разным. Да, я подчеркиваю ее текстуру, точнее структуру ее лица. И я вот говорила, что я не люблю коррекцию, но я очень люблю строгость. Соответственно, я умею расставлять веки так, чтобы анатомия лица была очень выразительной, не используя для этого серые всякие структуры. Для этого надо видеть анатомию лица и понимать, где вы расставляете веки.